Я тут небольшой видеообзор приготовил ночью, ночная дегустация шоколада. У меня, кстати, вот смотрите, сертификация этот самый, как у происхождения на сахар, который так и не поправили, обещали подправить. Но дело не в этом. Значит, у нас есть три шоколада. Этот, который... нет, это не шоколад, какао-масса. Это который идет на производство Сант-Морис. Это у нас из Института шоколада Венесуэлы. Все говорят, что они производят, естественно, самое охуенное, что это все вообще, это просто, но это топов, вот топ. И наш пикабу шоколад, да? Давайте посмотрим просто. Я не могу вкус передать, но и смысла в этом нету. Давайте попробуем его просто порезать, как бы, да? Видите, этот мягко идет, нежно, да, режется на такие вот кусочки пластичные. Они все при одной температуре сейчас находятся, да? Теперь смотрим этот венесуэльский институт. Вот он, его прорезать тяжеловато, да? И он, видите, крошится. Вот, а теперь то, что мы сделали. Дерьмо сделали. Ну, мы же, да, кто-то мне там говорил, что мы дилетанты, да, куда нам там, да, до японцев. Смотрите. Текстура, фактура, структура, цвет. Попробую, камера возьмет близко. Не хочет камеру близко брать. Вот такой вот наш, такая наша какао-масса. А, ну, естественно, все говорят, что это все порселан, конечно, да. Пиздят. Видно, да, сразу? Где наша? А где... Вот это говно полное. Вот это тоже хороший. Но я бы вот этот вот бы сказал бы, что вот он чуть-чуть получше, чем на уровне вот этих всех мастерских ремесленного шоколада в России. Мое вот такое мнение. Ну, он по вкусу, не знаю, деревом он дает, деревом. Такие тон, дерево, орехи. А про вкус вот этого я вам ничего не скажу. Ждите. Он намного интереснее. Но, кстати, вот этот я тоже привезу. Я все три привезу. На дегустации, чтобы было сравнение. Ну, а уснуть я не могу теперь после этого. А вам всем доброго утра.